К сожалению, все приходит к концу. Обучение в университете, счет до бесконечности. Вот и наш званый ужин подошел к концу. Сегодня мы отправимся и отведаем последнее блюдо на этой неделе. Угощать нас сегодня будут Диана Тихонова и Лиза Цверко. Если я начинаю икать, то я всегда понимаю, мне сейчас кто-то напишет, 100%, и оно так работает. Серьезно, смотрю, о, написали. Ага, в беседу были. Индюшка в поле. Индюшка на прогулке. Индейка с рисом и овощами. Пожалуйста. Чтобы сладкий, как на пчелиной. Здесь вам понравится. Чтобы сладкий. Так, я, наверное, соевого соуса сразу себе добавлю, потому что... Я почему-то на диван села тут. Я почему-то на диван села. Типа, что можно купить. Да. Я поняла, где тебе можно подкупить. Слышно. Господи, все там, где мы купить. Ну, не знаю, вчерашний диван мне больше понравился, потому что там, когда садишься, ноги не дотрагивались в пола. Там прям как не сядешь. Там прям проваливаешься, да. Как на обочке. Да. У кого-нибудь есть паяльник? В сумке вон там. Я знаю, что в сумочке, да, такой маленький? Что всегда наша сумка? Вы знаете, паяльник. И рис, и гречку. Ой, вообще лапик заставляю. И салат. Да, у нас для вас приготовлено довольно интересное развлечение. Мы будем каждое получать листик и ручку и записывать какое-то предложение, которое будет ассоциироваться с предыдущим. То есть мы должны с вами составить какую-то историю. Историю, сказку, да, это может сказку, быть простите. Абсолютно все что угодно, хоть сценарий на новые видео. То есть в итоге получится какая-то интересная бурда. Просто да. История, все, поняла? Да. А я нет. А я хочу писать планы, все. Хочешь писать? Ну, я тогда еще не думала, что пойду на мат, вообще как-то не думала, что буду связана жизнь с математикой. Я поняла, что я ненавижу. Да-да-да-да. Пополам. И сказал люблю, значит отвечаю. И сказал отдай, хочу. Пополам. Ты не ломай, пишу. Не давай. Не давай без любви, лови. Не давай без любви, что? А на что это на каком языке что ли? Когда ты слышишь песню на английском и такой да. Я так подбиваю все песни. А нет, 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 я поменяю все. Нет, Аня, ты не выйдешь, там уже пьяницы, там насильники. Давайте на чики-брики. Ладно. Потому что себя начали чистить. Реально, это так работает? Тоже странно. Была девочка Куся и как-то раз поступила на МММ. И вот 1 сентября. Поначалу все было хорошо, пока не сказали, что. Нам нужно скорее бежать на вокзал, чтобы встретить друзей из другого города. Города, в котором нельзя скрыться от посторонних глаз и сбежать сплетен. Их было много от бабулек у подъезда на скамейке. Когда все вместе собираются и обсуждают свою жизнь. А ее жизнь была и так была бессмысленна. Этого мое настроение ухудшилось, ведь было неожиданно что. Одногруппники поздравили меня с победой в международном конкурсе. Остроумие победить не удалось. Но остроумие там и не проверялось. На собеседовании с сеньорой и мамочкой, с которыми весело обсуждали в универ своих одногруппников, с которыми мы проведем еще 4 года. О, прикольно, да? Вас
Реально. Да, это очень вкусно. Сейчас мы не попробуем. Чизкейк? Ну что, девочки, как вам название? Девушки, вот и прошел к концу последний вечер нашей недели. Мы будем выставлять оценки. Вы готовы к этому? Да. Ну что же, увидимся с вами уже на мероприятии. Им все понравилось, да. Потому что когда мы принесли основное блюдо, они в таком восторге были. А у нас название еще такое прикольное. Мне кажется, им очень понравилось, как за нашу креативность. Но десерт, между прочим, всем понравился. Поэтому мне кажется, что все девочки поставят, больше 50 точно, да. Это, 100%. Развлечение у нас тоже было не то, чтобы поржать, погыгыкать, посидеть, а как бы там и думать надо было. Это не как у всех, поэтому... интеллигенция, да, понимаете? Да, поэтому, мне кажется, из-за этого баллы будут достаточно высокими. Угу. Но десерт всех свалил на повал, поэтому минимум будет, мне кажется, 50. Минимум, это самый минимум. Как думаешь, кто минимум поставит? Надя. Мне тоже кажется, что Надя. Да. Это могло бы быть 70, но мне чего-то не хватило. Мне не понравилась рыба, поэтому Надя. Я хочу победить, поэтому сегодня по нулям. На самом деле, спасибо ребятам, огромнейшее спасибо ребятам, которые помогли нам с квартирой. Незабываемые ощущения. Незабываемые ощущения от пребывания в этой квартире. На всю жизнь. Игрушка успокоения для меня. Я думаю, я ее заберу с собой сегодня.